Хороший музон, хороший бит. О, хорош! Я тоже так умею. У меня наушники так спадут. Канале, всем привет, с вами Бояр, и мы продолжаем. Я Писайко, серия number 2. Не забывай подписываться на канал, ставить лайк и дизлайк, комментировать. И поехали, в общем. Собственно, мы изучаем с нашим Салли, Крамсалли, мы изучаем наш подвалли. На первом этаже сказали, что мы пропустили вот этого молодого человека. Это, судя по всему, детектив. У нас, да, никто не знает, у нас убийство произошло на четвертом или... На четвертом этаже произошло убийство, и мы его типа начали расследовать, потихонечку знакомиться с домом. Давайте посмотрим. Я забываю, что здесь клавиатуры нет. А что здесь случилось? Что? Здравствуй, юноша. Ты поселился здесь недавно, верно? Да, сэр. Я уже поговорил с твоим отцом, судя по всему. Во время вчерашних событий вы были за пределами штата. История убедительная, все в порядке. Постарайся нам не мешать, мы расследуем серьезное преступление. Произошло убийство? Я не могу об этом говорить. Все, пока, окей. Пока. Короче, мы спускаемся в подвал. Нам мама Ларри дала карточку, чтобы мы попали, собственно, к нему. И познакомились с ее сынком. Пойдемте знакомиться. Здесь мы все обследовали. Если не смотрел предыдущую серию, обязательно посмотри. Там мы все это обследовали. Бабуля. А вот, собственно, видимо, Ларри с мамой. Закрыта ванна. Окей. Ват? Что это было, черт возьми? Действительно. Демоны. Демоны! Демоны! Ну, здесь, да, здесь мистика уже. Мы уже встречали призрака бомжа на пятом этаже. Это было внезапно и непонятно. Тут ничего нет интересного, пошлите. Обследуем. А куда музыка, кстати, пропала? Алло? Нет. Реально музыка куда-то попала. Так, комната Ларри, ладно, давайте сперва к Лизе сходим. Заперто. Забыл говорить, да. Тут все так говорят, не знаю почему. Да! Ларри, твоя мама сказала зайти познакомиться. Я только заселился в 402-ю квартиру. А, заходи, дверь открыта. Окей. Нифига, он художник. И, судя по всему, рокер. Вау, клевая маска! Вот это моя превьюшечка будет. Скорее всего, будет превьюшечка. Это протез. Ну да, у Салли что-то с лицом наколдовали, и у него поэтому, собственно, маска на лице. Скорее всего, это после аварии, насколько я понимаю. Это протез. Ой, блин, ты уж извини. Да ничего, мне говорили вещи и похуже. Рад, что тебе понравилось. Так у тебя типа под ней лица нет? Что произошло? Салли, Крамсалли. Я не хочу об этом говорить. Лады, сменим тему. Меня зовут Ларри, я живу тут внизу со своей мамой. А я Сал. Друзья называют меня Салли. Салли Крамсалли. На днях переехал сюда из Нью-Джерси. Салли Крамсалли? Ну, видимо, настоящих друзей у меня не было никогда. Действительно. Так что, когда эти уроды начали меня так называть, я решил оставить это имя, лишив их возможности дразнить меня. А ты, чел, непростой, Сал. Странный малый, нравишься ты мне. Мы точно поладим. А, твоя мама сказала то же самое. Мам знает, как лучше. Почему ты живешь в подвале? Моя мать говорит, что это для того, чтобы не завелись крысы. Но я уверен, что ей дали эту комнату бесплатно, потому что она тут убирается и все такое. Тут круто, мне нравится. Я могу слушать музыку на полную катушку, пока мамы нет. Круто. Ага, этот подвал словно моя собственная Бэт-пещера. И вот так вот. Мне нравится твоя футболка. Спасибо. Надпись на ней значит «Салли в Кромсалли». О, ну это хохмач. Получается, у меня есть собственный бренд одежды? Ха-ха, на самом деле это мерч метал-группы «Смысловая фальсификация». Любишь метал? Не знаю. Значит, сейчас мы это проверим. Зацени-ка эту песню. Это их первый сингл. Альбом выйдет через пару месяцев. Сейчас будет Араченский. Не, ну хорошо, ну нормально. Очень неплохо. Хороший музон, хороший бит. О, хорош! Я тоже так умею. У меня наушники так спадут. Эй, волосы у меня, конечно, в детстве. У меня, кстати, были длинные волосы. И мы точно так же отдыхали. Салли с Ларри отдыхали. Блин, ему косичками. У него косички прям по лицу, короче, бьют. Это, скорее всего, неудобно.
Хорош! Хорош! Картина. А ты тут будешь танцевать, окей. А, мне нравятся твои картины. Спасибо, чел, это моя страсть. Как он это делает? Спасибо, чел, это моя страсть! Скорее всего, вот как-то так это происходит. Так, ладно, все, харе, послушали и хватит. Я надеюсь, она там без авторских прав и все такое. Ну хорошо. Ну, у нас начало серии было без музыки, поэтому наслаждаемся рок-ченским! Ладно, хватит. Что произошло в 403-й? Шш, потише, чел! Почему? Что такое? Убить все еще в этом здании. Откуда ты знаешь? Я все видел. Ты что, под кайфом? Ах, если бы, чел, стримач полный. Что произошло? Я прочистил туалет для миссис Сандерсон, но тут ворвался он, крича как сумасшедший. А я знаю, что ты сделала! Херман мне все рассказал, ты тупая! Нехорошая мадама. Она хотела его успокоить, но и слова сказать не успел, как он перерезал ей глотку. Я был в шоке, меня словно парализовало, чел. Мог лишь смотреть на все это через дыру в двери в ванной. В общем, мне произошло мгновенно, он почти сразу же заметил все следы. Замел все следы. Не знаю, каким чудом, но он меня не заметил. О, кстати, музончик начался. Видимо, что-то сломалось в игре, и музон куда-то пропадал в самом начале. Я никому об этом не рассказывал, даже маме, но я тебе доверяю. А, ты знаешь, что это сделал? Ага, наверняка это Чарли, стрёмный чел с 204-й. На нем были перчатки, так что не думай, что он оставил отпечатки. Чарли это который поняшек собирает, поняшек-блестяшек. Окей. Но он сразу показался таким мутным каким-то. Может, скажем копам? Я пытался рассказать детективу, но он сказал, что у меня нет доказательств, будто моих слов мало. Кто такой у вас чуваком, мистер третий? Мистер Эдисон, владелец этого места. Он ни разу не покидал квартиру, всегда общаясь через щель для почты. Хороший чел, но странный. Если ему скажешь чай Эдисона, будьте добры, спасибо, он заварит свой знаменитый чай. Как сложно говорить за Ларри, за Салли проще. Самому мне не нравится, но взрослый от него без ума. Йоу, чувак, ну. До встречи. Так, подождите. Радио? Дорога в Эльдорадо. Эй, МУКВ-сканер с настройками на полицейские частоты. Могу слушать, о чем треплют скопы. Где ты, черт возьми, это достал? Другой раз расскажу, но... Эй, ты мне только что отличную идею подал. Если я сделаю ложный вызов, может, получится их отвлечь, чтобы ты успел проскользнуть 403-ю. Может, найдешь там какие-нибудь улики для детективов? Что-нибудь, что они упустили? Быстро ты меня на взлом задал. На взлом уговорил. Ну, я просто позвоню отсюда и... Да я прикалываюсь, я полностью за. Я так и так хотел туда заглянуть. Чудесно! Вот вечно дети хотят залазить в какую-то лабуду. Вот что им дома не сидится, не играется вот этих компьютерах. Вон, у нас даже гирбой вроде есть в инвентаре, и можно им поиграть. Чудесно! Так каков наш план? Я позвоню... Отстань. Я позвоню и скажу, что ограбили банк и взяли заложников, и копов как ветром сдует. Думаю, это даст нам несколько минут, пока они не сообразят, что их накололи. Когда я позвоню им, ты уже должен быть наверху, чтобы не терять времени. Можем общаться по рациям, у меня есть. Так я смогу тебе маякнуть, когда пойму, что копы возвращаются. Вполне надежный план. Только, может, не ограбление банка, а разбойное нападение на заправку или аптеку. Так будет правдоподобнее. Думаю, ты прав. Клёвая идея, Салли. Вот, держи. Гони в свою комнату и дай знать, когда будешь готов. Просто нажми Shift, чтобы связаться со мной. Ку. Рация у нас появилась. А рация, которую дал мне Ларри. Я могу нажать Shift, чтобы связаться с ним. Ларри. Рацию давали. Окей. Догадка, отключись-то. Shift. Салли, чувак, я же рядом с тобой. Болван. Ну, логично. Я просто проверял связь там. Алло, первый, я второй. Ну, ух ты, Ларри. Всю идею обломали, окей. Обломали. Не будем ругаться, не будем уподобаться им. Я потерялся. Так, нам надо, получается... Давайте чайку возьмем у мистера Андерсона. Почему лифт каждый раз кнопка на пятом этаже? Что за странный лифт? Здесь он? Не, он на первом. Да, он на первом. Возьмем чайку. Я не знаю зачем, но я думаю пригодится. А раз нам сказали, что у него есть чай, значит надо взять чайку обязательно. Добрый день, молодой человек. Новый житель апартаментов Эдисона из квартиры 402. Чем могу помочь?
Чай, Эдисона, будьте добры, пожалуйста. Да, минуточку. Держите, сэр, приятного чаепития. А как у него рука влазит в эту дырочку? Ну окей, так, что чай у нас, да? Чай Эдисона, интересный аромат, пить это дело по-любому не стоит. Но это какой-то, судя по всему, странный. А, чай для взрослых, наверное. Так, куда? 403, да. Сейчас мы Ларри скажем, что типа давай. Здрасте. Понятно, но мы с ним уже разговаривали, он нам сказал. Готов? А, готов! Сначала мне нужно вернуться к себе. Свяжись со мной, когда идешь туда. А, надо типа спрятаться у себя в комнате, окей. Так, я у себя. Ладно, приступим, я сейчас позвоню им, погоди минутку. Готово, я слышал какую-то толкотню, похоже наш план сработал. Теперь иди в 403-ю. А получается, я хотел, да, проверить папу, потому что за папой была монетка вчера. О, батя уснул. Монетку, я вижу монетку. По крайней мере, он пытается, не пьет, старается продолжать жить, верить в меня. О, четвертак, мое. Хорош, вот я про этот четвертак говорил, я его находил. Четвертак, я нашел его на полу в комнате отца, думаю, он ему без надобности. Скорее всего, за него можно будет что-нибудь в аппарате получить со вкусняшками. У нас тут котяра спит, все еще спит, да? Да, это мы читали. Котяра спит, ему хорошо. Так, Салли батю обокрали и пошлите, собственно, 403. Опять же, смотрите, один всего лишь вызов. Насколько маленький должен быть город, чтобы один просто вызов всех товарищей полицейских сметнуть на одно место? Очень странно. В 404 мы не были. Никого нет дома. Тут опять, как всегда, никого нет дома. Так, полезли. О, щит. Какая жесть. А, тут сломанный журнальный столик с книгами. Как думаешь, это важно? Да нет, просто хлам. Ладно, тогда ищи дальше. По-любому должно быть что-то еще. Да. Ну да, смотри, поняшки стоят. То есть она, скорее всего, тоже коллекционировала поняшки. Решила, возможно. А этот чувак, у него не было, возможно, в коллекции. У Чарли не было в коллекции, не хватало ему одной. Кстати, буквы С, я вижу. Одной поняшки, он решил ее, короче, забрать у миссис Сандерсон. Возможно. Чувак, это просто жесть. И не говори! Ну да, я говорю, поняшки. Тут эти фигурки, похоже, одной не хватает, потому что тут был бы след от нее в пятне крови. Ха! Ага, я понял, как на его найти. Сматывайся оттуда и спускайся ко мне. Ну да. Короче, он от зависти решил у нее, видимо, свистнуть поняшку-блестяшку. Да, ему, конечно же, отказала, и он ее... Ха! Видимо, как-то так было. И Сандерсон, и Чарли коллекционировали эти странные игрушки. Они прям поехали на этой теме. А миссис Сандерсон достала какую-то суперредкую. Это она мне рассказала, когда ее туалет чинил. Я уверен, что Чарли хотел заполучить эту фигурку. Вообще, я не удивлюсь, если он замочил ее именно по этой причине. Жесть, конечно, жесть. Коллекционеры эти наркоманы. У меня от этого чела мурашки по коже. Есть с ним что-то настораживаешь, смекаешь? Ого, жесть. Этого мужика по-любому должны задержать. Мы же не можем жить с соседом-убийцей. Точняк! Поэтому ты должен проникнуть в квартиру Чарли и поискать ту игрушку. Стой, а почему снова я? Я ведь уже был в 403. Чарли терпеть меня не может. Однажды он обвинил меня в краже его закусок. Странный жиробас. Ладно, ладно. Сделаю. Иначе точно не усну. Супер, Салли! Ты мужик! Вот, возьми этот пакетик. Ты сможешь положить в него фигурку, не трогая ее пальцами. И почему у меня такое чувство, что ты уже подобно проворачивал? Ха-ха, не, я просто слишком много смотрю телек. Ну да. Что это такое? А, нет. Я подумал, что-то появилось новое. А можно с тобой пообщаться? Салли, Крамсалли, удачи, чувак! Окей, Салли, Крамсалли по рации передавали. Эти хохмочки, конечно. А можно, да, получить? Я по-прежнему не голоден. Сберегу этот четвертак для чего-нибудь другого. Окей. А мог. Значит, да, все-таки я правильно догадался. Четвертак можно бы использовать как раз для автомата. А где у нас живет Чарли? По-моему, в 203. Сколько? А, у нас же тут есть квесты. Взять игрушку Чарли в 204. Окей. Ну да. Ну, конечно, коллекция наркоманская. А вот эти вот три, которые на нижней полке, они были, собственно, у Сандерс.
То есть эти у нее уже были. Окей. Здорово, чувак. Здорово. Это мы читали. Окей. Я учил чай Эдисона. Да, чашечку мне дал. О боже, чай Эдисона, давай сюда. Твою дивизию, чувак, ты как-то... Ты чашку хотя бы не... Он всосал так, что он чашку... А он в натуре чашку сожрал. Он сожрал чай вместе с чашкой. Ох, как вкусно, расслабляет. О, он уснул, можно чекать. Видимо, я недолго задремал. Надеюсь, ты не думал трогать моих пони, и я пока спал, ссал. Ведь ты начал мне нравиться. И в мыслях не было Чарли. Отлично. Я, кстати, не помню, как его озвучил, серьезно. Ну, ладно. Отлично, я рад. Слушай, если ты достанешь еще немного чая, я буду крайне благодарен. А то мистер Эдисон сказал, что на сегодня все. Ну, пойдемте еще чая возьмем, ладно. Возможно, он обопьется чаем и наконец-то уснет, и мы сможем взять у него эту игрушку. Добрый день, молодой человек. Новый житель апартаментов Эдисона. А, да, то же самое. Эдисона, будьте добры. Да, минуточку. Давай, готовь свой чай. Вместе с Салли чай для Чарли набирали. Так, 203. 204, точнее. Ну на еще. Я принес еще чая. Чудненько. Ему надо было, знаешь, так чашку. Ну раз уж чашку вместе съел, как-то так. Ах, расслабляет. Вот что делает? А вот смотри, вот он спит. Блин, то есть когда я отхожу, он сразу же просыпается. Эх, видимо, я ненадолго задремал. Надеюсь, ты не думал трогать мои пони, пока я спал-сал. Спал-сал, ведь ты начал мне нравиться. Мне мыслей не было, ну ладно. Короче, тут все зациклено. То есть мы берем чай, относим ему, он засыпает. Что там было? Сейчас что-то промелькнуло, и я не понял. Ладно, давайте еще чашечку возьмем. Надо подумать. Я все понял. У нас в комнате был снотворное. Снотворное, скорее всего, можно будет подмешать в эту чашку с чая. И, собственно, дайте тот уснёт с концами. Ну, потому что иначе и другого выхода я не знаю. Погнали. Так, мы живем в 400... По-моему, третий. Ну, при... пока в... При... Ай! А ты опять откуда тут взялся? Как дела, офицер? Да паш! Не устали вы так целый день стоять? Б-б-б-б-б-б-б. Есть новости об убийце? Если я знаю, что ты попытаешься подсунуть ложные доказательства, что ж молить, чтоб я не узнал. Я не помню опять, как я его озвучивал, поэтому будет вот так. Это будет голос офицера. Короче, у него в комнате, насколько я помню, есть это... снотворное. Вот, да, снотворное. Эти таблетки наверняка вырубят жирного... нехорошего человека. А можно еще взять? Надеюсь, оно того стоило. Понятно. Так, ну все, сейчас мы вместе с Салли чай для Чарли отдавали. Чарли засыпали, поняшку забирали. И, собственно, на каком этаже? И дело мы раскрывали об убийстве. Ну, получается, что так. Так, на, держи. Я принес еще чашечку чая. Это прозвучит странно, но несмотря на всю свою любовь к этому чаю, я не знаю, влезет ли в меня еще одна чашка. Чувак, ты только что просил мне еще одну чашку. Ты только что попросил еще одну чашку, и сейчас ты отказываешься? Тогда, когда я снотворное добавил? Серьезно? Правда? Но ведь он такой свеженький, вкусный и горячий. Ну, возможно, хотя нет, я не хочу переборщить. Я и так выпил за сегодня чашек так 20. Какие 20? Я принес тебе всего 2. Ты сам ходить не умеешь, судя по твоему... телу. Вы уверены? А ведь эту порцию мистер Эдисон заварил по новому рецепту. Я уже выпил 3 чашки, и как мне кажется, этот вид чая гораздо лучше остальных. Я даже... О, я обязательно его попробовать должен! Давай сюда! Ну, это кошмар, конечно. Ох, как вкусно! Не знаю, как он... Ну, все, сейчас он, походу, отрубился, да?
Да, походу он совершенно отрубился. Пакетик у меня там был. Его как-то можно использовать, F? Или он автоматически применяется? Видимо, автоматически. А, все. Игрушка у меня. 1-0. Жесть. И что, и куда нам? Так, а сейчас он проснулся, да, уже? Нет, спит, смотри. А ему пофиг вообще. Ну, ничего интересного. Просто коллекция пони, которая собирает жуткий мужик. Как он храпит жестко. У него, кстати, рот неравномерно появляется. Ладненько, давайте на этом будем заканчивать. Что такое? Сали, кромсали, удачи, чувак. Окей. Окей. Вот, в общем, прикольно. Детектив продолжается, мы начинаем вникать в суть игры. Очень весело, очень задорно. Сали, кромсали для нас игру продолжали. В общем, в следующей серии увидимся. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Не забывайте подписываться на соцсети, ссылки внизу в описании есть. Также подписывайтесь на стрим-канал, где у нас проходят всякие стримчанские. Там весело иногда, иногда нет. Ну, вот так все по-разному. В общем, с вами был Бояр, ребят, канале. И всем пока-пока.